Ребятки, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, как вы поняли, в общем-то, и это у нас так выглядит Япония. Я заглянул, ребята, в Японию, короче, и мне здесь понравилось, здесь много рапторов, но сейчас у них часовые пояса сдвинуты, то есть это выход для меня, то есть вечером я не могу быть возле компьютера, но можно зайти в симулятор в страну, в которой уже ночь, и там наловить рапторов, то есть рапторов я тут уже настрелял миллион целый. Так что проблем нет. Вот, в общем-то, наш рапторчик. Давайте еще поймаем одного. Я вот все время боюсь, знаете чего, привык как бы ловить, ну, разных динозавров, и они бегают быстрее. То есть я обычно, вот когда с телефона стреляю, я обычно рассчитываю на то, что он будет двигаться быстрее, чем он на самом деле двигается. Вот обычный, ну, с раптором у меня ситуация какая-то обратная. Эх, последний промах промазал. А было бы так хорошо, ребятки. Можно было спокойно настрелять себе 150-160 здесь на рапторе. Так, с рапторами, короче, проблем, ребята, реально нет. Если вы можете воспользоваться эмулятором, то вообще здесь все легко и просто. Так, давайте соберем, что у нас тут нападало. Так, надозавры, кстати, да, надо как-то сосредоточиться, наловить немножко, наверное, надозавров, что-то мне их маловато, нужно посмотреть, где они там обитают, в каких зонах, в каких странах их лучше ловить. Так, и нам кентрозавра эпического насыпали. Так, давайте пойдем к нам в команду, и что бы нам здесь хотелось прокачать, вот я вот не знаю, раптора хочется качнуть, но это же мне не хватит денег, да, там... Не, 15 тысяч, могу качнуть раптора, блин. Качнуть раптора, это, конечно, было бы хорошо. Также могу качнуть пастиметродона. Кстати, это дешево. Давайте его качнем и попробуем им посражаться. Следующее у нас сколько будет? 10 тысяч? У нас хватит на 2 прокачки. О, 6 тысяч. А, еще создавать нужно. Ну, давайте создаем. То есть диметродонов довольно много попадается. Последнее время этих пастозухов, да, тоже нормально так гуляет. В общем-то, скоро же выйдет обновление игры 1.3, наверное, уже вышло, когда это, а может и не вышло. А, они все увеличивается, в общем-то, все чаще и чаще появляются более редкие динозавры, да и в целом динозавров. То есть разработчики как бы делают положительные изменения, но еще у нас... будет полная ребалансировка всех динозавров, то есть как бы это будет учитываться их скорость, их умение, там как-то это все будет заплетено, будут изменены удары у многих динозавров, так что скоро у нас игра станет совсем другой. Посмотрим, что из этого получится. Так, ну по 50 клеточек, хорошо, что не побольше. Так, скоро создадим горгозуха, то есть я уже, в принципе, их наловил, могу создать. Есть пару сот клеточек. Но посмотрим. Так, ну вот, денег бы где набрать. Ребята, не знаете, где взять денег? Вместо кого возьмем? Возьмем его, 15-й левел. Он у нас не особо шустрый, давайте его удары глянем. Что-то я забыл посмотреть. 119 скорость. То есть первым вот этот желательно использовать, если мы выдерживаем. У нас броня какая-то есть, брони 0. Но у него иммунитет ко всему подряд. Так, нанесение 1 урон через броню, 50% к урону на 3 хода. Но дает одинарный урон. То есть первый раз одинарный урон, а следующий идет 50%. Но не особо удар, честно говоря, что-то мне не очень нравится. Вот, сквозь броню, но требуется перезарядка. Так, и вот. Действует, действует первым. Очищение снимает негативный эффект. А какие могут быть очищения, если у нас иммунитет ко всему? Урон 1.25 на 4 хода. Ну, честно говоря, вот эти удары какие-то бесполезные, честно говоря, на 4 хода. Здесь так долго не живут, здесь редко динозавр. Это только какие-то танки там между собой тырятся больше, чем по 4 хода. Хищники, 2 удара и хана. Регенерация 25% здоровья. Ну, можно попробовать первым ударом это сделать. Но
А, то есть жизни сколько не посмотрел. Два удара раптором он не выдержит. Он еле-еле один удар выдерживает. Так что вот не знаю, кого заменить, кого бы заменить. Чтобы было поинтереснее. Ну, давайте Рекса заменим сейчас. У нас он будет пробивать броню. Готово. Давайте попробуем посражаться так. Оу, ребята, забыл громкости добавить, так сказать. Блин, вот это глюк, вот этот панель почему-то не хочет прятаться. Именно в Jurassic World Alive, в других играх такого не было. И вообще, в принципе, такого не было. Появился этот глюк с этой панелью. Ладно, откроемся Индоминусом. Он алазавриком открывается. И он бьет очень больно, между прочим. Давайте сделаем вот так. Неплохо он так нас укусил. Блин, не пробивай его. Ну что ты будешь делать? Вот при... а где мои... Почему невидимости не было? Вот этот глюк я уже не первый раз заметил. Чё за прикол? Но выживет, гаденыш. Нет, не выжил. Ха-ха-ха. Два косаря. Я, кстати, первый рапторов тоже в Японии. Кстати, в Японии, в принципе, рапторов много. Ну, вечером, по крайней мере. Или просто вечером было. Ну, хотя это, наверное, зря. Он нас за два удара хоть так завалит, блин. Что-то я про это не подумал. Еще и крит выдал. И... Ситуация плачевная. Ну, опять же, два удара мы не выдерживаем. Мы получаем... Он дает нам наскок, снижает наш удар. Да вообще убил нас. А, он 17 левела был. Да, надо раптора качать. Надо качать раптора, ребята. Ладно, идем дальше. Самое главное в этой игре это уровень динозавра. Все-таки. Как говорится, 30-й скалозавр завалит любого индоминуса 20-го. Так, ну пробуем открыться раптором, хотя это не лучший вариант. Кентрозавр. Опять 20-й, вы что там, офигели что ли? Откуда 20-е? Откуда вы взялись такие все мощные? Снижение скорости, да? Он ходит первым, тогда мы подменяемся. Он снизил нам атаку, мы усилили их, что в итоге, непонятно, не видно, да, жаль, что не покажется результирующая сила удара. Как эти эффекты сочетаются, надо это где-то читать. Так, зухататор. Блин, ну 20 левел, ну, ну чё вы, дайте мне кого-нибудь попроще, левела хотя бы 15-го, ладно, 17-го. О, мегалозаврики появились. Так, ну мы шустрее, конечно, но... Ой, что-то он такое вообще, вообще ничего из себя не представляет. Удар, ничего такого. А, у него контрудар, что ли? Контратака у него есть, да? Но он медленный, очень медленный, да. А, ё-моё, контратака, я и забыл. Я забыл про это, еще и щит наложил. Тогда это наше все. Невидимость. А где она? Что, опять не наложилась? Фух, наложилась. Так, без паралича, пожалуйста. Кстати, это
Это печально было. Это была печалька. А сейчас нас еще он пусть парализует. Конечно, ну куда без этого, крит. А, паралич не сработал, это меня порадовало, но... Но я не могу его пробить. Печалька. Три слива подряд. Ну, противники выше нас уровнем. По-моему, обычно после двух подряд поражений там уже идет облегчение какое-то. А так все хорошо начиналось. Что-то мне динозавр стал сильнее, а я этого, гляди, сейчас вылечу из этой арены. Черная полоса. Бывает такое. Бывает побеждаешь подряд, бывает проигрываешь. Ну. Ютараптор, какого уровня? 19-го. Вы что, там подурели, что ли? Или это просто время вечернее такое? 8:30 у меня. Восемнадцатый левел, ну вы чё прикалываетесь, реально. Пятый бой, у меня противники 18, 19, 20. При том, что у меня самый сильный 17-й. Один единственный. Это хорошо. Ну и крит. Ну лучше бы ты сразу крит выдал. Так, ну будет праздник на нашей улице. Так, Т-Рекс Gen 2 у него. Не будет, походу, праздника. 18 левел, ёшкин ты кот. семьсот вам, на тебе. Так, ну мой раптор должен его пробить уже, да? Да. Пробиваем. Если нам попадается раптор, нужно подменяться сразу. То есть более такого же, либо более высокого уровня. Так, и Инязу. Он пробивает раптора. Блин, ну мы второй удар тоже не выдержим. Хотя... Это было печально очень. 19 левел, ну что ты будешь делать? Я никак не могу его пробить. Ну и чё ты там уси... Это какой-то бот. Тупой бот, но... У него полная жизнь, и он дает мне шанс победить его. Шанс небольшой. А, он еще и подменился. Ну так я сейчас его два раза атакую. Крит, пожалуйста, дай крит нам. Но ослабление атаки, мы должны пережить один удар от него. Чао, какао. Блин, ну это была жесть, ребята. Это мой, по-моему, пятый бой или какой? Или шестой? Последний этаж с нами бился, The Last Floor. Так, это у нас сколько? 3 часа. Сейчас будут либо 3 часа, либо 8. А может и 20... Нет, 24 еще я не дошел. Еще пару мелких циклов нужно пройти. Это будет 24-часовой инкубатор. Дайте еще одну победу, ё-моё. Победу! Победу! Попугаем. Это из-за того, что я убрал Т-рекса, это мне так мстят? Ладно, откроемся по классике. Шестнадцатый уровень. Неужели?
невидимость. Ну, то есть невидимость нам дает только шанс использовать наш суперудар, по факту. Двойной урон сквозь броню. А так... Можно было и тут, наверное, не использовать, было бы поприкольнее. Он быстрее. Но Индоминус очень медленный, его нет смысла как бы, ну вот, сохранить для подмены. Его вот после первого же боя нужно сливать. Алёп, так, какой у нас противник? Может, у нас будет полоса из трех побед хотя бы? Так, появился Рекси, который может нас сожрать вообще по изичу. Ну, я так специально подставил его, может, мы его парализуем. Замедляющий удар вряд ли нам даст возможность. Хотя Стирекса может даст нам шанс походить еще раз. Не дал, ну ладно. Зато у Раптора у нас уже есть наш супер удар. Вот в чем прикол подмены с Раптором, да? У него всего лишь два удара, и кулдаун у него тоже мелкий. Прощай. Две победы подряд. Вы что? Ну, противник хотя бы уже равный нам попался. Но здесь не было почти метродончика моего, не было Ютазина Раптора. 3 часа. Так, ну еще один бой. Еще одну победу давайте. Ну, если не будет побед, то, ребята, на этом всем спасибо, всем пока.